Всем привет! Парки аттракционов являются магическими местами, где все развлекаются и получают идеальную возможность отдохнуть и испытать повышенные уровни адреналина. Но, к сожалению, в истории парков аттракционов довольно часто происходили шокирующие несчастные случаи. В июле 2014 года 18-летний парень из Исландии был выброшен из своего сиденья в парке развлечения Terra Mítica в Испании. Неудачливый парень скончался в машине скорой помощи вскоре после несчастного случая. Расследование показало, что ремни безопасности мальчика были отстегнуты, но причина этого так и не была установлена. В апреле 2004 года 16-летняя девочка скончалась от повреждения внутренних органов, полученного при падении с высоты в 30 метров с вершины водного аттракциона «Гидра». Позже было обнаружено, что работники этого аттракциона не проверили ремни и перекладину безопасности девочки. Бобслейд Маттерхорн – стальные американские горки – стали местом первого летального исхода в Диснейленде в 1964 году, когда 15-летний мальчик получил травмы после того, как он встал в вагончике и упал. Он скончался 3 дня спустя в результате полученных травм. В июле 2011 года ветеран Иракской войны Джеймс Хекемер, который потерял обе ноги при бомбардировке, разбился при падении со стальной горки. Аттракцион был закрыт, но вскоре снова открылся, так как виновным в смерти оказался оператор аттракциона. Джеймса нельзя было пропускать на горке из-за его физического состояния. Большой ковш – деревянные американские горки в Баттерси-парк в Лондоне – стали причиной одного из самых трагичных несчастных случаев в истории парков развлечений. В мае 1972 года поезд, который поднимался к вершине аттракциона, оторвался от буксировочного троса и откатился назад в другой вагончик. В результате несчастного случая 5 детей погибло и 13 получили различные травмы. Построенный в 1927 году аттракцион «Циклон» является одним из самых неудачных в США. До сегодняшнего дня на этих горках умерло 3 человека. В мае 1985 года 29-летний мужчина умер после того, как встал и ударился головой о перекладину. Всего 3 года спустя 26-летний мужчина умер после падения с циклона. А в июле 2007 года 53-летний мужчина сломал шею во время поездки и скончался в больнице несколько дней спустя. Экшн-парк. Иногда также называемый парком несчастных случаев, является одним из самых опасных парков аттракционов в мире. В июле 1980 года сотрудник парка ехал по альпийской горке, когда его вагончик подскочил и он ударился головой о камень, в результате чего позже скончался. Однако самым устрашающим аттракционом парка является печально известный бассейн «Цунами», где захлебнулось уже несколько людей. В июне 2008 года 17-летний мальчик был обезглавлен проезжающим вагоном после того, как он перебрался через 2 забора и зашел в запретную зону, чтобы достать свою кепку. 6 годами ранее подобный случай произошел на том же аттракционе, после того, как мужчина нарушил правила безопасности аттракциона и был убит ногами проезжающего пассажира. В мае 2007 года парк аттракционов Эксполэнд в Осаке, Япония, стал местом одного из самых страшных несчастных случаев в истории парков аттракционов. 6 вагончиков Fudin Rising 2 сошли с рельс и столкнулись с дорожным ограждением после того, как ось колеса одного из вагончиков сломалась. В результате несчастного случая погибла 1 женщина, а еще 19 человек получили сильные травмы. В июне 2007 года тросы башни силы Супермена оборвались, ударив группу молодых девушек. Одна из девушек запуталась в тросах, и в то время как вагончик падал, они оборвали ее ноги. Аттракцион был закрыт сразу после несчастного случая и вскоре полностью убран из парка. А теперь вам решать, дорогие друзья, стоит ли испытывать судьбу на столь опасных аттракционах. Спасибо за внимание, с нетерпением жду ваших комментариев и лайков. Всем удачи и до встречи в следующем выпуске.